вот, вы вроде депозиты, или это чай, или сладкие какао, от него тоже вес выбирают. Ну слушай, этот чай, короче, он там тоже тот же самый этот порошок там, но там не настоящий чай. Чай он не из аппарата, а в пакетиках. Чай, но какая-то фирма такая, в магазинах ее нет, не знаю. Там поставщики привозят, вроде как индийский там какой-то, но какая-то не такая складка. У нас тошнит, блин, хорошего мало. Ну да, да. Я видел, что без всяких там бывает, знаешь, под вкусом там тропических ягод, там лесных ягод. Такое не пили, обычный черный. Ага. В принципе, там сидишь, убивать хочется. Ага. Что-то не подмешивает. Короче, Денис и ходит сюда на это специальная площадка для выгуливания собак. О, ты, кстати, в парке был недавно в этом, ну там, где каркар, тогда, вот студент. Ну, давненько там был, еще. Короче, я как в прошлом году был там, так, ну все так, знаешь, как было, как обычно, много лет. В этом году, вот сейчас мы, первое тепло было, съездили, там, блин, там эти площадки сделали для игр, для большого тенниса, для баскетбола, для пляжного волейбола с песочком, мини-футбол, вот все это есть, то есть мини-футбол. Такое, ну, асфальт, и на него, знаешь, такое покрытие такое. Типа а-ля резина, знаешь, наклеена. Блин, да вообще уже этот волейбол, короче, везде, смотрю. Не нужен и пляж. И это самое. Что еще там? Ну, короче, эти все детские площадки. Достроили, больше сделали всяких аттракционов. Ну не аттракционов, как они. В общем, лазят эти дети. Ну да, и в прошлом году там еще не было закончено, я помню, что мы не с ним делали, потому что. Значит, уже в этом. Интересно, там ну, бесплатно можно попасть на волейбольную площадку. Ты заходи, играй. Даже теннисный стол стоит для пинг-понговый. А, тут не с камень. Ну да, ну типа, ну какая разница там? ДСП или камень. Ну, что есть. Да, ну что, приноси ракетки, мячик и играй себе. Мы когда были, мы знаешь, мы были ну, в рабочий день, в рабочее время, так и народу вообще не мерили. Ну то есть, знаешь, первые дни теплые, как бы. Понятно, все вырвались, там этих, ну, именно детей с детьми, знаешь. Мама, папа там. Детей там вообще там, толпы. А на этих площадках там один теннисист был, короче, с кем он там играл, я не знаю, на площадке с большим теннисом. Ну, что там одному делать, если у тебя стены нету, да? Угу. Как бы, ну, вообще без понятия, если ты один. Может, встал кто-то. Ну, разве что, может, да, кто прыгает. И один чувак в баскетбол кидал, так что. Мяч. Ну, круто, круто все сделано, вообще-то, офигеть. Все детские площадки уже с этим, ну, уже вообще мягкие такое покрытие, знаешь, там, эти, из резины такие плитки. Прям. Блин. Ну, у нас тут стадион тоже такой резины сделан. Там, знаешь, эти пруды у нас там. А, ну-ну. Такой стадион был, его тоже покрытие все поменяли, Саша там бегает. А, круто. А тут переход есть? Что-то я сомневаюсь, вот там он дальше. А, есть, наверное? Ой, зеленый, смотри нам. До половины. Xiaomi Mi Band 2. Что Xiaomi? Такой браслет. А, ну. Серые шаги. Дофигня это все типа, да. Ну там обзор посмотрел. Типа, говорит, пульс хреново мерит. А, ты что-то рассказывал, да-да. А, я тебе говорил, да, что ты говорил, что у тебя есть там какой-то. У меня есть, но он хрен знает, он будет работать с другими, знаешь. Он под, да, он в комплекте с Nokia шел, продавался. Дома медицинская. О, медицинская. Ну. А, ну то есть как бы ты уже можешь с настоящим сравнить, не с игрушечной. Я сравнил, блин,
на тот у меня китайский этот Xiaomi. Ага. 66 ветра пойдет на 66. О, смотри, не дурит. Ну блин, Xiaomi не должен, вроде их там бренд китайский, да? Xiaomi. Там сюда нам, да? Вот фиг его знает, бля. Да, по-моему. Это не помню, было там открытие. Ты прошлый раз не был, да? На соревнованиях? Ага. Не, вообще. Еще здесь еще ни разу не был на соревнованиях. Ну, это долго, до 9 где-то. О, уже язык поменялся. Блин, я вообще не понимаю. Клок. Что это? Тайм. Ага, Ромыч еще здесь. Окей.